Курсивом. Внутри и вокруг книг. Фёдор Иванович Толстой. Несмотря на графский титул и фамилию, писателем не был. Родоначальнику литературной династии Льву Толстому он приходился двоюродным дядей. И все-таки за художественным словом Федор Иванович в карман не лез. Чего стоит одна только эпиграмма в адрес Пушкина. Отношения между Федором Толстым и Пушкиным никогда не были особенно теплыми. Как-то раз они повздорили за карточным столом. Окончательная размолвка между ними случилась после отъезда поэта в Кишинев. Граф распустил слух, будто перед отправкой в ссылку Пушкина крепко высекли розгами в охранном отделении. Александр Сергеевич пришел в ярость. Он тут же отправил обидчику приглашение к барьеру, сопроводив его колкой эпиграммой. Федор Иванович в долгу не остался и написал ответ. Сатиры нравственные, язвительное жало с пасквильной клеветой не сходствует немало. В восторге подлых чувств ты, Чушкин, то забыл. Презренным чту тебя, ничтожным сколько чтил. Примером ты рази, а не стихом пороки. И вспомни, милый друг, что у тебя есть щеки. Дуэль казалась неизбежной. Чем бы закончился этот поединок, неизвестно. Пушкин был неплохим стрелком, а Федор Толстой и вовсе не знал промаха. Но, к счастью, одному из их общих знакомых каким-то чудом удалось примирить гордецов. Впоследствии дуэлянты даже подружились. Подружились настолько, что письмо с предложением руки и сердца своей будущей жене Наталье Гончаровой Пушкин доверил передать бывшему недругу Федору Ивановичу Толстому. Курсивом.